Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутан Балт, а мы продолжим играть в Subnautica. Это у нас с тобой 12-я серия. И я нашел ингредиенты панианилина, который нам так нужен для многих крафтов. Оказывается, нам в принципе нужен глубинный гриб, но его трудно будет найти. Я, конечно, предлагаю сплавать в красный биом, там в эти пещеры поплавать. Но это мы сделаем чуть позже. Я сделал модификационную станцию, как ты понял, по моему новому ножу, который у меня есть. Вот там моя модификационная станция. Вот она. Мы тут можем делать улучшения различные. У меня уже и кислорода больше, если ты заметил. Я жить вот себе что сделал. Баллон сверхвысокой емкости. А еще нам надо будет, наверное, сейчас возвращаться на базу пришельцев. Сверхскользкие ласты, силиконовая резина, титан, литий. Ну, в принципе, это мы можем сделать. Так. Литий. Титана нет. Нету титана. Сейчас буду искать этот титан. Так, спасибо за сборку металлолома. Что мне там надо было? Ага, мне с тобой надо найти водоросли. Из водорослей сделать вот эту силиконовую фигню. Так вот же титан, что тут это? Ну-ка выбросить. Мне один кусочек нужен. Так, давай раз, два, раз, два. Короче, наберу сколько можно. Давай на базу возвращаться. Она у нас тут, в принципе, и близко. С едой вообще проблем нет. Меня кормят урожай растений. На рыб нам теперь с тобой не надо ни на каких охотиться. Так, из чего? Силиконовая. Блин, а. Не те ингредиенты набрал. Употребить. Кушай. У нас вот тут, по-моему, это силиконовая фигня была. Сейчас посмотрим с тобой. Спрятана. Да, вот она. Стопы для силиконовой резины. Сколько надо? А, гроздь семян, все шикарно. Хорошо то, что в занычке есть. Очень хорошая у меня занычка. Так, давай, сейчас сделаем с тобой. Так, сорян за насморк. Так, вот она. Раз, два. Идет дело у нас. Так, энергоячейки нам не нужны. Так, все, нам больше ничего не нужно. А, ну и ласты снять. Снимай ласты. Идеально. У нас теперь есть улучшение на ласты. Пропульсивную пушку пока. Прилагает ударная сила к объекту на расстоянии. Улучшение мотылька. Пласталевые слитки тоже не знаю, с чего делаются. Сверхскользкие ласты у нас с тобой. Теперь. Да? Да. Так, что же предлагаю? Давай с тобой сигнал возьмем. Воспроизводить предварительно записанный сигнал в объекте.
Говорит спасательная капсула 4. Мы приземлились недалеко от Авроры. Посредства раскрылись, но рядом с нами плавает здоровая рыбина. И я не знаю, сколько мы еще продержимся. Не приближайтесь без противорадиационной защиты. Ну что там? Это защита. Я уже давно отключу радиацию там, на этой Авроре. Что нам с тобой бояться-то? Давай, поехали. Так. В той стороне. Капсула эта. Может, я ее уже нашел? А может, и не нашел? Фиг знает. Мне кажется, я ее нашел давным-давно. Противорадиационный костюм у меня, в принципе, есть. Но без полного комплекта у меня не осталось шлема этого. От радиации. Не осталось. Уже давно. Так, ну вот. Вот это. Господи, друзья, да я ж тут был. Да, я тут был давным-давно. Господи. Давай прыгай. Че не прыгаешь? Че, дурак? Давай еще. Давай, заходи. Все, нет тут ничего. Я уже давно это место обыскал. Я так и знал то, что... Это я место уже давно смотрел. То, что зря сюда было. Давай теперь с тобой к делу. Включить мне... Возможно, жилище Дегази 250 метров. Мы сейчас с тобой туда поплывем. Огромные рыбины, что-то я не видел, слава богу. Так. Я уж не помню, сколько у меня осталось зарядов. Так, это у нас что? Фрагмент биореактора. А, ну конечно. Так, давай-ка посмотрим. У тебя сколько ракет? Две ракеты? Да, на двух ракетах долго и не проживешь. Ну ладно, в принципе нормально, жить можно. Ну, надеюсь. Так, давай. Плывем к Дегази. Сейчас, короче, туда заплываем и ищем эти грибы. Желательно еще набрать ресурсов. Чем больше ресурсов, тем для нас с тобой лучше. Эх, рыба, как всегда, плавает. Ненужная рыбина. Так, это что? Уже просканировано, господи. Значит, я тут был. А может, и не был. Но это не точно. И не часть циклопа. Не, вряд ли тут что-то от циклопа есть. Так, давай. Погнали дальше. Так, вот оно у нас. Сейчас подлечим. Точнее, починим мотылек. Можно погружаться туда. Так, тут есть грибочки, которые мне так нужны. Что-то не вижу. Вроде бы ничего нет. Да.
Ну давай, погружаемся, ищем грибочки наши, не те. Так, точку я оставлю. Это что такое? Фрагмент модификационной станции, еще один, круто. Очень круто. Эй, зачем я эту резинку выкинул? Что за баг? У меня она должна была, по идее, потратиться. Блин, впечатался. Ох, когда не сразу прогружается. Давай с тобой искать. Говорят то, что эти грибы взрываются. Взрываться любят. Нам это говорят. О господи, что тут с прогрузкой-то такое? Это все не те грибы, я так думаю. Давай посмотрим. Здесь собрать могу. Нет. Это не то. Тут, конечно, опасно, но нам нужны с тобой грибочки. Так, не то. Так, магнетит. Давай искать. Так, здоровая глыбина. Плывет сверху. Я буду искать эти грибочки. Вот это вот я бы... Блин, оно так манит, но... Это не те грибы. Вообще не те. Нам нужны с тобой совершенно другие грибы. Найти бы их только. Так, дело я нашел. Кто-то там орет. А может грибы наверху? Нет, это вряд ли. Давай пойдем с тобой дальше. Может быть нам надо наоборот взять еще поглубже с тобой. Я думаю, что это именно так. Так, температура минус 70 градусов. Подплавились мы с тобой немножко. Это тоже температура у нас с тобой пониженная. Нам надо с тобой еще ниже. А то так никаких грибов нам с тобой и не видать. Так, давай я вот туда сплаваю. Это что? Румяная колыбель. Комплексный представитель флоры, обитающий в пещерах. Ярко-желтая сердцевина этого растения защищена жестким сплетением, по-видимому, чтобы отгонять среднего размера травоядных. Что это за растение? Румяная колыбель. Съедобная? Для чего-то нужна румяная колыбель, но семена я возьму. Так, вот это вот уже интересно. Может там грибочки есть, я об этом не знаю. Но сплавать нам с тобой стоит. Так, тут уже жарко. Давай, газуй. Нет, тут нифига нету. Только нашел семена нового растения, и все. Вот у нас уже опять радио.
ума сходит. Так, ну что ж, обломчик. Ничего там интересного нет. Так, ладно. Плывем еще ниже. Тут уже пираньи плавают. Как ни странно. Давай, еще ниже. Так, температура под 80 градусов уходит. Ух, жарит-то как. Плавимся. Кто что? Это у нас... Блин, слишком небольшая глубина, нам надо еще глубже. А насчет зарядки, позволит ли нам с тобой зарядка, я не знаю. Пока я беру материалы, чтобы сделать торпеды. Так. Тут тоже нифига нет. Тут нигде ничего нету. Как бы я ни хотел, в этой пещере нифига ничего не будет. К сожалению, но это так. Вон глубина побольше. На 300 метров давай, пожалуйста. Вот не хочет он на 300 метров глубину делать. Так, ладно. Убирай этот значок Дегази. Управление. Все. Да, в принципе... Не судьба нам еще найти эти грибочки. Попали-ка мы с тобой на базу. Сейчас, наверное, поплывем обратно к пришельцам. Но смотря, какой сигнал у нас будет. Не надо бы мне еще взять эту... сиреневую скрижаль, чтобы открыть управление главному отсеку той базы. Так, температура 27 градусов у нас тут. Там нас поджарил немножко. Кстати, давай починю. Так, давай. Вон базу уже видно. Блин, вот баг в этой игре интересный, конечно. Ну ладно. Так, мы уже тут. Сейчас мотылек D28 на зарядку. А сами с тобой будем есть еду и готовиться к новому сигналу, который уже, кстати, пришел. Он уже пришел. Надеюсь, мы готовы к этому. Иногда может случиться то, что не готово. Хочу сюда что-нибудь поставить красивенькое. Композиторный горшок. Господи, ну блин. Опять мне идти за титаном. Зафиг я его выкинул. Где-то тут валяется. А, ну вот, фартануло. Прям возле базы лежит. Так, давай-ка. Заходим. Композиторный горшок. В тебя я посажу это. Почему я в тебя это не могу посадить? Окей, разобрать. Или вот это растение, оно там... Тут живет. С
странно. То, что я тут ничего не могу поставить. А, так тут, скорее всего, можно, наверное, грядку подставить. Не, грядку тоже нельзя ставить. Короче, странная вещь эти семена. Вряд ли пригодится, а может и пригодится. Не знаю, как сделать торпеду, ну-ка сюда. Нам надо перезарядиться. Опа, сталевые слитки. Лети, погоди-ка. Улучшение мотылька. Глубина 700 метров, аэрогель. Повышает 300 метров. Пласталевый слиток. Модуль глубины погружения. Мод 1. Эмалированное стекло. Погоди. Как мне торпеды сделать? Я уже забыл. Вихревая торпеда. Титан магнетит. Поехали, что могу сказать, только, блин, опять я забыл поесть. Блин, опять я забыл положить семена эти. Может, еще пригодится. Ну, этого интересного растения семена. Так, давай лопать. Сначала воду мне восстановить надо, потом еду восстановим. Есть можно. И то хорошо. Вот срублю до конца, посажу обратно. Все, в принципе, подкрепились. Еще сюда сходим. Ваймона. Так. А что я хотел? Я хотел найти титан, сделать торпедки. Ну, подготовиться хорошенько, модуль глубины сделать. В принципе, обширная задача. Так, дружище, спасибо, то, что мне тут металл складываешь, я тебе благодарен. Очень. Не надо меня грызть. Только. Так, это у меня есть, отлично. Можно будет сейчас сделать торпеды, только магнетит побольше. Каждую торпеду. У меня есть в инвентаре три магнетита. Мне надо еще 2, 1. Офигеть, а у меня еще магнетиты нет. Круто. Ладно. Это будет у меня сейчас другое все. Ресурс основной сделаем. Титана побольше надо. Титан сделали. Что-то надо для модуля погружения. Я просто думаю, то, что если сейчас нам с тобой сделать так, то возможно мы сможем погружаться еще больше, а нам это пригодится. Так, титановые слитки, титановые слитки плюс литий. Литий, 2 лития. Да, поэтому кого это циклоп. Так, давай-ка ресурсы, пласталевый слиток, эмалированное стекло там еще надо было, а для эмалированного стекла надо зубы собрать, зубы сталкера, а точно надо было. Погоди-ка, мод погружения 2-300 метров, эмалированное стекло, да, и модуль погружение мод 1.
этого мотылька мод 1. Откуда мне взять этот мод 1? Так. Зубы сталкера. Для немалированного стекла сколько их там надо? Зуб стекло. 2 кварца. Все, спасибо. Теперь найди-ка мне кварц поблизости. Кварц. Погнали. Вон там кварц у нас с тобой есть. Давай собираем. 1, 2, все. Погнали отсюда. Так, скоро сейчас батарейка разрядится на этой штуке. Ну ладно. Так. Ресурсы, стекло. Эмалированное стекло. Так, в принципе, все готово, я думаю. Только нам надо модуль этот один взять. Забрать отсюда. Этот модуль где-то. Мод 1 снять. Так, этот мод я снял шикарно. Так, отключить комнату сканирования. Все. Бежим сюда. Пушение мотылька. Так, ну давай. Посмотрим, прибавится ли на тебе глубина, или я... тупо просто так ресы отправил в никуда. Ну давай. О, текущая критическая глубина 500 метров. А не врешь? О, как круто. 500 метров, он у нас теперь с тобой на 500 метров может. Это жить идеально. Давай. Ах, стопэ. Я же забыл. Для чего я титан собирал? Для ракет. Правильно. Для торпед. На мотылек. Так, все, больше я не могу делать торпеды. Давай снарядить торпедами. О, как раз 6 торпед, шикарно. Ровно 6 торпед. Да, ровно 6. Да, ровно 6. Давай ловим сигнал. Это автоматический сигнал без спасательной капсулы. 12 координат прилагаются. Предупреждение, капсула затонула, глубже безопасно от погружения. Пытайтесь искать ее без использования подводных аппаратов. Место нахождения сигнала загружено в КПК. Так, идеально. Вот видишь, не зря я сделал улучшение глубины на 500 метров. О, нифига ты там затонула. Давай, поплыли. Не зря я делал улучшение глубины на мотылька. Вот и как раз задание, в котором нам бы глубину побольше. Круто. Затонуло ниже безопасной отметки. Так у нас сейчас отметка под 120 метров. Что тут такого-то? Зараженные рыбины плавают. Не,
Это было не зараженное. До этого две ранее зараженные сбили. Так. Это у нас... Сколько? Ну, даже 200 метров. Нет, серьезно, это пугающая отметка. Кстати, сейчас после этого сигнала давай поищем грибочки. О, акулки плавают шикарно. Включаем свет. А то ничего не видно. Так, ну ты офигела. Ух ты. Ничего себе. Ничего себе тут стрём. Так, мужик. Ну, бабахни. Давай еще одна. Да, только в пустую ракету отправил. Так, все, давай тихонечко. Очень тихонечко. Заплывем сюда. Возьмем КПК. В регионе обнаружена вулканическая активность. Придайте осторожность. Погружение мемы. Так, ну давай почитаем. Загруженные данные, выжившие с Авроры, капсул 12. Ага. На самом деле я не доктор. Я знаю, что написано на моем удостоверении. Но я никогда им не был. Я обманом сдал экзамены по медицине. Зачем современному доктору знать, как вручную вправлять кости? Когда в последний раз лучший хирург на свете на самом деле скрывал кого-то. Для... этого нужны роботы. Современные доктора читают диагноз компьютера. Для этого я вполне компетентен. Но что проку, если я подключен к основной сети? Я истекаю кровью, у меня на руках растут светящиеся зеленые наросты. Я провел самосканирование, и мне пишут, что у меня раздражение кожи. Все, чему я научился в медучилище, это как врать... поубедительней. И ни черта я не знаю о том, как лечить инопланетные болезни. Похоже, тут внизу я и умру. Так. Давай починим тебя, братан. Мы почти нашли эти грибочки. Нам нельзя отступать. Вулканическая активность, да? А мы еще ниже поплывем. На 300 метров. Блин. Зачем сюда поплыл? Что-то меня там либо подталкивало, либо еще что-то. Не, блин, ну нафиг, я заблужусь во всей этой фигне. Улика отсюда. Так. Что это за грибочки? Ламповый куст. Зачем ты нужен? Давай еще поплаваем. Глубина реально очень большая. Я думаю, то, что еще, если глубже мы с тобой сейчас поплывем, то мы найдем эти грибы, которые нам так с тобой нужны. Уже глубина 300 метров. Где мои грибы? Так это что? Пульсивная пушка.
Ну зачем она нам? Так, давай-ка плывем. Еще смотрим. Металлолома много. Это что такое? Это тоже металлолом, да? Да, это металлолом. Да, интересненько так. А, ну конечно, я как всегда забыл отключить сигнал капсулы 12. Так, это что у нас? Пропульсивная пушка. Опять пропульсивная пушка. Одни пропульсивные пушки на дне. И больше ничего. Глубина у нас с тобой 400 метров уже где-то. Грибов не вижу. Так, ладно, там уже вообще жопы, говорят, будет. Уже глубина под 400 метров ушла. Я все не могу найти грибы. Я так просто и не сдамся. Так, это тут редкая вещь. Все-таки нам, походу, с тобой придется сейчас попасть в ту пещеру, которая там была. Других вариантов у меня нет. Как найти сокровище? Как найти эти грибы? Так, ну в принципе я тут или не тут? Так, здоровые деревья. Хочу найти что-нибудь полезное. Вот капсула номер 12. Шикарно. Сейчас поплывем с тобой в те дыры, чтобы посмотреть, есть ли там то, что мне нужно. Так. Это у нас что? Что это такое? Яйцо акулы, наверное. Яйцо существа. Ух ты ж, нифига себе, что я нашел, ну-ка. Вулканическую активность. Нафиг. Давай обследовать. Сейчас будем обследовать пока. У нас тут что? Винтовка. Отлично, у меня будет стазис винтовка. Круто. Что еще тут есть? Тут все завалил. Может быть пропульсивный? Где моя пропульсивная? Так, пропульсивная. Сюда мне питание. 0%, 100. Сейчас. Я сюда проплыву. Так вот я и проплыл. Кислородик еще есть, в принципе. Это что за горшки? Горшок для растений. Наверное, ну в этот сажать-то надо. Еще какая-то штука. Фрагмент энергопередатчика. Да, много всего интересного тут. Что-то я уже заблудился. А кислорода-то немного. Так, ладно, выбрался. Вроде бы.
ничего хорошего там не жди. Это что такое? Энергопередатчик. Все, в принципе, я думаю, надо нам отсюда сваливать. Я уверен, что я смогу это сделать. Блин, 90 кислорода осталось. Как я сюда заплыл, ну-ка? Блин, как-то не хотелось умирать. От нехватки кислорода. Блин, ну-ка, дай-ка мне шанс выбраться отсюда, пожалуйста. Не хочется мне тут умирать-то. Вот засада. Блин, жопа какая-то. Эх. 30 секунд. Как 30 секунд? Нет, не надо. Не надо, пожалуйста. Блин, это конец. Как я сюда попал? Боже. Нету поверхности. Блинчики, что у меня есть? Что было? Ионные кубы. Прощай. Пипец. Есть хоть чертежи новые? Да, новые чертежи. Они есть. И тут стазис, винтовка. Погнали! ГД-28, что могу сказать? Как я туда залез? Я не могу что-то понять. Пипец какой-то. А, ну конечно, у меня теперь половину батареек нет, да? Круто вообще. Данные кубы все на месте. Хоть на следующую серию продолжай. Сейчас я до туда доплыву, значит, закончу на этом серию и дальше попробую найти грибочки, потому что серия уже очень даже большая такая почему-то выходит. Меня бесит то, что так быстро идет время, если честно. Так, почти доплыл. Сейчас самое главное, чтобы меня не убили. Метров. Плыву. Так, эти уже электрические угри плавают. Которые разбушевались явно. Так, давай. Почти доплыл. Блин, база-то непонятная, а? Это что? Фрагмент комнаты сканирования, раз. Фрагменты комнаты сканирования, тут у нас что? Легкий баллон высокой емкости. Грибочков тут тоже нет. Странно.
Ты сканируй, это сканируй, это сканируй. Вот еще какая-то хрень. Энергопередатчик. Что он делает? Надо будет сейчас посмотреть. Вот прямо сейчас посмотрим, что он делает. Как я не мог там пролезть, я что-то не понимаю. Так, ладно, пофиг уже на это. Что делать? Легкий баллон, высокая емкость. И... погоди. Что делает этот энергопередатчик? Увеличивает дальность источника энергии. Золото титан, да? Так, ну ладно, дорогие друзья. Попробую сейчас найти эти грибы. С вами был Тутенбалт. Ждите новых серий. Всем удачи, всем пока.